Врун-врун, друзья мои, добро пожаловать, это Асфальт Экстрим, и мы сегодня посмотрим, что он из себя представляет. Игрушка вышла буквально недавно и уже, в принципе, завоевала симпатии игроков-любителей гонок. Хорошо, новичок, а этот автомобиль покажет нам, чего от тебя стоит ожидать. Ну что же, ребят, врун-врун, поехали посмотрим. Играем сегодня на айфоне, проверим, насколько мощно все это будет у нас смотреться. Так, гироскоп, или как он там называется у нас, управленец, влево-право наклоняешь и, собственно, побеждаешь. Я надеюсь, что с громкостью у нас все окей. Вроде как бы все нормально. Да не так быстро. Удерживай левую часть экрана, чтобы затормозить. Отлично. Если ты чувствуешь, что скорость совсем не ебически высокая, значит, надо аккуратно. Так, игруля вроде не глючит, судя по тому, что я вижу. Ой, я забыл взять. Я забыл взять ускорение. Но мне дали его по дефолту, ибо здесь дело заскриптовано. Опять же, графика классная, все очень круто смотрится, мне нравится. По первому впечатлению могу сказать, что очень пока достойненько. Как написано на сайте разработчиков, собственно, ну, точнее, в приложении разработчиков. Ну, собственно, не, короче говоря, нет правил, нет никаких, собственно, дорог, ничего здесь. То есть ты творишь полное безумие. Разные интересные тачки, обязательно сейчас это дело посмотрим. У-ху, твою мать, а! Вот это было сильно, вот это было действительно классно. Нас по-прежнему обучают, что как делать, мы смотрим, изучаем это дело. А давайте посмотрим. Так-с. Это нам показывает реплей, как мы с вами ехали, я так понимаю, либо это бот уже сам управляет. Так, мы отправляем вас в Египет заканчивать обученице. Продвинутое обучение в Египте. Блин, я бы в эту игру поиграл бы на планшете. Я думаю, что игрушка, естественно, доступна и для Android девайсов, и для iOS, само собой. Так, ну что, поехали, у нас Форд, и очень даже шустрый Форд. Смотри, как у нас там уже противники хоть появились хоть какие-то. Сука, забрал, ты понимаешь? Этот подонок забрал мое нитро. Так, нажми еще раз красной меточки, чтобы охрененно круто ускориться. Уууу, вот это классно. Воу, ты что делаешь, падла? Ах ты ублюдок, а? Смотри, как он выбил это нахрен. Шейдерная вода, господи, как я люблю это дело. Так, если в игре хорошая вода, значит Брейну она определенно понравится. Так, ускоряемся. Ускоряемся как можно быстрее. Тихо, твою мать. Господи Иисусе, это просто какая-то вакханейшн творится здесь. Я хотел забрать это нитро. Это что, он на гелике, что ли? Очень похож. Ты что делаешь, а, гондурасина? Так, я хочу быть первым. А, дерево! Или что это было, я не знаю, слава богу, я не уперся. Финиш, финиш! Да, детка, я первый, чувствуешь вкус победы. Мы вставили с вами, по-моему, чувака на гелике или на каком-то джипе и всех остальных ребят. Там были даже баги или что-то похожее. Так, съедем дальше, посмотрим, что будет впереди у нас. Программа запрашивает разрешение. Нет, не разрешаю. О, да, отлично, новичок, пора вам обзавестись собственными колесами. Давайте купим вам первый автомобиль, вы заработали достаточно денег. Так, а давай посмотрим, Land Rover у нас есть, пишите, акция завершится. За 3000 монет я могу купить себе Land Rover. Могу посмотреть какие-то другие тачки, нет, только этот. Ну, меня Land Rover тоже устроит, так что все нормально. Машина в гараже, купите новый автомобиль. Ребят, графика здесь реально кайфовая. Я иногда забываю, что это действительно мобильная игра, что самое важное. Land Rover Defender у нас, ваш первый внедорожник. Используй нитро для прокачки ускорения. Игрушка, кстати, бесплатная, но в ней есть внутриигровые покупки, так называемые микротранзакции. А, универсальные. Сейчас посмотрим, что это. Так, чудненько, окей. Заверши сезон и получи невероятные призы. Поздравляем, открыт новый сезонище. Так, 3500 кредитов, поехали в новый сезон сразу же. Так, с пыл с жаром, и сейчас посмотрим, что там интересного. А, выбери сезон, чтобы... Ага, баги помешательства, дюны, снаряженницы, второстепенные дороги и до хрена всего интересного. Я предлагаю начать с самого начала. Land Rover Defender, изумительный... Изумрудный, господи, изумрудный лес, изумительный. Может быть, он и изумительный, сейчас проверим. Так, пересечение, поехали, друзья мои. Наша тача, красота наша, покраска. Я ничего трогать пока не буду, давайте по дефолту посмотрим. А, кредиты, кредиты, перезарядка нитро, добак. Можно было бы это купить, но у нас только десяточка. Так что нужно немножко покататься, прокачиваться в этом плане, и все будет найс. Панкин Тайланд, или что там было написано, короче говоря, давайте смотреть. Карта красивая, все очень круто. Пришло время миссии дерьмо, поехали. У-ху-ху, сразу с пылу жару, сука, ускоряшка. Опа, вот именно красную полосу мы попали. У-ху, держись, 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 пожалуйста. Отлично, вроде держимся. Ох, нихера, господи, я чуть слюной не подавился. Это было больно, это было больно, и тут, по-моему, есть даже дамаг какой-никакой, так что лучше не пренебрегать этим.
Аккуратно, 200 километров в час! Сколько ж вы едете, твари? Там кого-то выбили просто в ебеня. Так, так. А, поворот! Поворотец! Поворот! Отлично. Так, вроде вошли, но нитруху я не взял. С нитро у нас немножко беда здесь. Так, тихо, тихо, лишь держимся. Land Rover тащит, академик бы явно заценил бы и оценил бы нас по достоинству. Тихо. Притом это реально, что самое интересное, тача проходимая, дай боже, каждому. Подвеска. А, господи. О, боже, 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 тихо, спокойно, спокойненько. Сейчас попробую взять нитро, чтобы обогнать первого засранца этого. Давай, сучёныш, давай, падла. Так. Ну же, ну же, ну же. Я не знаю, я не вижу. Ты представляешь, я второй, что ли? Нет, не дай бог, не дай бог. Нет, 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 аварий. Боже, как обидно. Ты был на краюшке, как говорится. Ты был так близко, so close, мать твою. Ты был очень близко, Олеж, к победе. Там, кстати, можно было упасть. Смотри. У-у-у. Охренеть. Как можно было так залажаться? Ну, опять же, здесь экстремальные гонки, поэтому неудивительно, что мы с вами делаем такую жесть. Вода нас замедляет, что логично. Так, второй, 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 второй. Тихо, ты второй, я хотя бы, может, буду вторым, нет? Финиш, финиш, сука, финиш, 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 обогнал всех придурков. Да, да-да-да, классическая победа. Выиграй в классической гонке, чтобы получить различные бонусы. Окей, едем дальше. Так, общее время нитро... Это все понятненько. Далее, мы заработали немножко деньжат и открыли разные плюхи для своей тачи. А вот это мне уже реально нравится. Замена масла не нужна. Замена масла 150. Масло пока менять не нужно. Хорошо. Учитывая, что это Land Rover, я думаю, что скоро явно понадобится. Невыполнимые условия. Тайский пляж. У нас открылась новая карта «Древние реликвии». Ну что, давайте посмотрим. Так. Поехали. Что я могу? Посмотрите ваш ранг ниже рекомендуемого уровня. Его повышение нужно улучшить тачку. Доступно новое улучшение для машины. Давайте посмотрим. Вот эту вот штукенцию можно забубенить сейчас, поставить. Это у нас что, часть? Максимальная скорость, видишь? Так, назад к выбору автомобиля. Что я могу еще сделать? У нас есть, кстати, еще улучшалки. Есть пластик. Смотри, рождественский кубок. Блицкарт. А карта не нужна. 2000 надо потратить на что? Готово к применению. Готово. Что-то мы всадили с вами конкретно, пластик-материал, то есть машина будет легче и наверняка от этого будет быстрее. А есть ускоряшки, давай сделаем ускорение, 200... Давай, можно? Не хватает карточек, чтобы это дело проложить тут. Окей, покраска. Что у нас в плане покраски? Можно посмотреть нашу тачу, повертеть ее более детально. Я даже сейчас я смотрю на экран и вижу, насколько офигительная здесь детализация. Здесь с графоном, как я говорил, все в порядке. Так, можно сделать так. Блин, мне нравится желто-черный вариант. Хотя, такой тоже неплох. И сколько это дело стоит? Декаль можно выиграть в блиц-акциях. Нет, блиц-акция нам сейчас не надо. Слушай, а тут категория внедорожник, пока у нас все закрыто. Едем дальше. А, доп-кредиты, перезарядка нитро, удерживайте автозаправку. Я не буду ничего брать. Поедем, наверное, так просто. Древние реликвии. Найл Уолли у нас, Египет. Тун-тун-тун-ту-ту-ту-тун-тун-тун. Время побеждать, жопу надо рвать, чтобы у врага потом горело, блять, опять. Видишь рифма какая у нас? Хе-хей, давай, поехали! Поехали, поехали! Поехали, падла, бля! Ей давай, сучёныш! Так, надо сразу вырваться вперед, а там уже, чтобы все глотали нашу пыль из-под колёс Land Rover. Ох, нихера! Тихо, сучары! Сучи почки, а! Так, сейчас попробуем проехаться. Физика в игрушке есть, что немаловажно. Так, нитруху заберем. Нитрушечку надо экономить, наверное, было бы как-то. Так, въезжай, Лежа, въезжай, там нет проезда. Можно попробовать поверху проехать. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ух! Вроде получилось. Так, нитруха, 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 нитруха! Так, я забрал. Отлично. Это первый говнарь, которого надо сразу вжучить, как сучку недокрашена. Так, давай. Есть такое дело, ребята. Мне нравится. Мне нравится, опять же, если хотите, можно в игре донатить. Можно донатить, а можно и без доната, наверное. Как-то жить. По-моему, все плохо. Все очень херово. О, боже. Да, управление жесть. У меня где-то был джойстик. Мне Даша подарила, я помню, на день рождения или на какой-то праздник. Для, собственно, Apple девайсов можно подключать. И для Android у меня джойстик тоже есть. На геймпаде игралось бы намного-намного удобнее, я думаю. Потому что крутить телефон, конечно, весело. Давай, родной, не трогай! Давай! Ух! Можно было самолет сбить, кстати, наверное.
Так, с 200 километров что-то я не могу разогнаться до 200. А мне это не очень нравится. Так, бери нитро. Нитро осталось позади где-то. Итого, друзья мои, мы снова финишировали с вами первыми. Но я хотел бы все-таки поменять машину, потому что здесь очень много разного интересного транспорта. Минута 32 у меня заняло прохождение это дело. Получаем, как обычно, кучу разного бонуса. И должны, по идее, открыть какую-то карточку. Нитродетали, нитропластик, алюминий материал. Окей. Так, маслица пока менять не надо. Это еще одна выкачка бабла, естественно. Так, 8000, сыграй еще раз. Поехали. Вон, смотрите, на заднем фоне у нас какие тачки. Есть либератор из GTA-шки, без проблем вообще. Так, смотри, Predator X18, Intimidator, Rage Cometa R у нас. Тайский пляж, кстати, сейчас мы посмотрим. А ну подожди, что у нас здесь такое? А, это наш ровер и... Опа, тут можно менять, оказывается, ты представляешь? 69 тысяч он стоит, у меня либо 94 таких надо... Здесь... О, какой красавец, ты смотри! Охренеть, а! Mercedes-Benz, дети мои, вот это эпично! Вот это ради этого стоит жить, наверное. Такая тача, да? Вот для наших дорог это идеальная машина. Просто идеальная. Сколько ты... Ух, нихер... Range Rover Sport, прекрасно. Или это Evoque? Это Evoque, по-моему, да? Очень похож. Так, но он охерен. Он охерительно смотрится. Да, это его, точно. Я не прочитал. Chevrolet Camaro, пожалуйста. Camaro SS, Dodge Challenger и Chevrolet Colorado. Ёпта, здесь машин просто нереал. Сколько стоит? 1 400 000! Ёпта. Вот это серьезно. Вот это именно зверюга, которая будет месить дерьмо и даст всосать абсолютно любому. Так, эти машины не очень дорогие, кстати. Вот это класс. Вот эта тема. Вот это я бы купил. Chevrolet Silverado 2500 HD Monster. Monster, охренеть. Сколько здесь всего, ребятки. Посмотри, огромное количество. Я просто уже тыкаю. Спешите, акция закончится завтра. Ну, я пока брать не буду. Давайте покатаемся на том, на чем у нас есть. Классика. Спасибо, что играете в Asphalt Extreme. Вам автомобиль в подарок. Спасибо. Собираем. Забираем халяву, она всегда хороша. Вот такой вот красавец у нас есть. Чудненько. Газель. Купите багги. Багги у нас есть. Багги у нас есть. Перезарядка нитро. Нет. Поехали. 10 минут, 2 часа. Я не буду этого дела ждать. Давайте проверим, собственно, как он ведет себя в деле. Пересеки финишную черту первым, чтобы получить различные бонусы. Таиланд у нас. Мы в Таиланде. Обалдеть. Ребят, я даже на экран смотрю, вот на телефоне оно смотрится в 2 или в 3 раза красивше, чем, собственно, на экране монитора. Поэтому имейте в виду, если вы будете играть у себя на планшете или на телефоне, на смартфоне, будет картинка безупречная. Так, поехали. Воу-воу-воу-воу-воу, здесь водится. Ну, багги управляется само собой как-то получше. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, грязно, смотри, экран заляпывается. Обалдеть. Ух, нихрена себе! Эй, воу-воу-воу, полегче, быдло, ёпта! Ух, шикардосик, а? Так, давай еще раз. Используй нитро и взлетай. Молиться не забывай, чтобы не разбиться тут, бро. Так, не кричи нам тут хай-ухай. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Метро... Что? Метро в дрифте там было написано? Блин, а это как-то помедленнее уже, смотри. Мы не успеваем за нашими ребятами. Машина халявная, но не особо быстрая. Давай, родной, давай, нитрушку. Как ты мог проехать мимо нитро? Ебать колотить, а? Ладно, хорошо. Тихо-тихо-тихо, пятый. Давай хотя бы его обгоним. Главное, ни в кого не врезаться. Там ничего... Ох, нихера себе, как его чпокнуло. Ладно, 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 ладно. Это тебе не форсаж 6, 7, 8, 9, 10. Олеж, давай. Он как-то реально медленнее. Все-таки предыдущая точила была как-то пошустрее, мне кажется. Давай, 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 в повороте. Ну кто ж в повороте-то дрифтует так жестко? Пошел нахер, сукин сын, ублюдыш, а? Давай, давай, Олеж. Олеж, давай. Надо прийти первым. Только первый, только вперед. Кто это такой? Кто это выбрался, блядь? Ты чё, полоумил, что ли, крыса? Так, тихо. Пошел нахрен, ублюдок, по воде как-то сложновато. Так, давай сюда. Давай сюда, скоро должна быть финишная прямая. Есть финиш, вижу, вижу финиш. Главное, чтобы никто из нас не догнал меня. Фух, слава богу. Багги хоть и не самый быстрый, но в принципе он, по крайней мере, сцепление с дорогой имеет лучше, чем предыдущий наш точило, мне кажется. Красавец.
Можно немножко передохнуть, перевести дух, там попить, поесть и полюбоваться красивыми видами, потому что это реально классно. Фу, так, мы приехали первыми, едем дальше. Посмотрим, тем более та тачка у нас была прокачана, эту тоже надо качнуть, наверное. Так, маслица менять не надо. Это дальше, поехали. Блин, сколько здесь машин. Это охренеть, завершите сезон и получите невероятные призы. Отправляемся открыть новый сезон, давайте посмотрим. Так, 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 4500 кредитов, отлично. Выберите сезон, смотри, что у нас есть. Мы это прошли, получается, у нас есть баги помешательства, есть дюны, снежные бури, но пока оно недоступно. Что у нас здесь? Здесь у нас улучшение. Ну, баги мне что-то как-то не особо зашел, а вот, ух ты, ёп, ни хрена себе, ты посмотри. Подожди, 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 это машина из назад в будущее? Будущего? Да ладно, это... Как она там? Делорес? Как она там называлась? Подожди. Делориан, точно! Смотри, DMC. Обалдеть! Вот это DMC тачка, конечно, зверь. Вот это свэк, ребятки. Вот это жирнота. Но это недосягаемая жирнота, потому что 2000 этих самых чипов или что они тут хотят, это будет очень дорого. Это баксов 50, не меньше. Так, умение. Готовы стать мастером? Купи больше автомобилей, чтобы открыть мастерский режим. Да и хотя бы покраску посмотрим, может. Умение. Нет, красть пока точилку нельзя. Что у нас в плане улучшений? 225, давай сделаем. Готово к применению, чудесненько. Так, с 950 можно еще попрокачивать, чтобы она хоть как-то ездила. Так, здесь 500 недоступно. Во, можно амортизаторы сделать получше. Давай, готово. Можно улучшить нитро, чтобы было тоже неплохо. Раз мы хотим еще на ней кататься, на Predator Motor Corporation. Так-с, поехали. Назад, покраска, масло, улучшение. Подожди, а как мне выйти? Во, выбери сезон. Так, у нас есть баги и есть дюны. Давайте посмотрим, наверное, дюны, что у нас тут. О, вот это эпично. Показать награды. Land Rover Defender здесь доступен, так что можно на нем покататься. Что это такое? Режим... Далее... Ладно, с этим как-нибудь разберемся. По-моему, у меня сейчас баги. Я не помню, что я там взял. Хотите улучшить свои автомобили? Магазин покупайте. Попасть в магазин можно сюда. Бесплатный набор. Давай заберем его. Бесплатно. Четырехчасовой набор содержит две случайные карточки. Ну, давай откроем, посмотрим. Сундук с сокровищами. Нажмите, чтобы узнать, какие карты. Раз. И два. Чудненько. Вы можете купить другие наборы. И получше нажмите, чтобы продолжить. В магазине часто бывают скидки, это понятное дело. Это понятное дело. Но сейчас я это брать не буду. Так, эксклюзивный там какой-то набор был. Ладно, давайте наш Defender. Может быть, я смогу его сейчас как-то улучшить по-быстрому. Давай, родной, улучшайся. Готово, здесь это недоступно. 8, нет, это дороговато. Во, 450. Нитруху сразу прокачаем, отлично. Мне кажется, что у нашего баги характеристики как-то попиже будут. Получить наборы. Ага, бесплатный ежедневный. 5 случайных карт. Можно я заберу его? Пожалуйста, дай набор. Праздничный за 550. Содержит 80 случайных карточек. Минимум 20 будут редкими или легендарными. Это эксклюзивный набор. Он еще 3 дня у нас здесь работает. Наборы чемпиона, наборы эксперта. О боже. Здесь реальная жесть творится. Так, поехали. Могу я здесь кататься? Так, начать гонку. Погнали. Между прочим, бесплатный набор свой мы уже забрали, так что все окей. Фу, так ладно, заброшенные катакомбы. Я думаю, это будет очень весело. Давай посмотрим. Я не видел, там водитель вообще есть внутри? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо, стопэ. Нихера себе скорость. Так, поворот, поворотец. Ебать колотить, как он вылетел. Так, бро, я сейчас должен как-то... первым выйти должен я. Почему ты говоришь, как Йода из Звездных войн? Тихо, тихо-тихо-тихо-тихо, скорость не надо сбрасывать. Если какое-то препятствие, то естественно, что под колеса это дело попадает и жопа полная. Так, тихо. Оу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ребятки, мы практически догнали наших лидеров. Так, оу, самолеты даже. Охренеть. Тихо, пошел в жопу, твою мать, ты что делаешь, эй? Тихо-тихо-тихо-тихо, у меня же Land Rover, падла. Я куплю здесь гелик и буду самым крутым, как физрук. Так, давай. Готово. Вау, вау, отлично. Я взял, да? Я не знаю, взял я или нет, но за прием, за маневр мне вроде дали бонус.
Так, вот этого чепушилу надо как-то придумать, как обогнать. Давай поверху попробуем. Давай, детка, давай же! У-у-у, шикарно! Я, правда, не очень вижу, куда мне... Куда ты? Как ты врезался? Объясни мне! Твою мать, я думал, там подъем, что-то типа трамплина было. Нет, 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 сученыш, нет, не пройдешь здесь ты так просто. О, блин, тут карта еще такая, хер поймешь, что где находится. Так, давай сюда. Забирай нитруху. Отлично. И сразу делаем отсюда ноги. Готово. Мне кажется, что, в принципе, они, конечно, дышат нам в спину, но мы вроде должны быть с вами первыми. Четвертый вообще уничтожился, то есть тут можно тупо взрывать эти гребаные тачки. Давай наверх, давай, давай, давай. Отлично. Тут есть нитро, и можно делать... Опа! Хо-хо-хо-хо, бочку сделали. Обалдеть, а? Сделали бочу. Третий тоже уничтожился. Так, едем, 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 едем. Чё-то со скоростью у нас беда какая-то. Разрушитель. Чё там у нас как-то все жестко пикает? Есть, вы победили. Дело в том, что такой же режим есть в GTA 5 онлайн. То есть взрывается тот, кто находится последнее определенное время. Мы победили с вами, потому что сделали всех говнюков, вырвались на первую позицию. Если бы я был второй, я бы сейчас проиграл. То есть тут побеждает только первый, это логично. Фух, класс. Вот это реально интересный режим. Так, пропуск. Поехали. Нам, по идее, должны дать какие-то бонусы. Так, Land Rover, масло скоро придется, кстати, менять, наверное. Так, карточек у нас новых вроде бы нет, но тем не менее не страшно. Ох, дюны мы прошли, тайский пляж, новинка, дуэль. Смотри, у нас древние реликвии. Давайте попробуем, есть еще высохшие равнины. Я хочу посмотреть высохшие равнины, у нас такой карты еще не было. Так, что надо делать? Подожди, стопэ. Пересеки финишную черту первым. Это классика жанра. Масло у нас на половинке, давайте прокачиваться. Есть материал как раз для этого дела. Так, чудесно. 325 золота, но получи набор, давай посмотрим. Бесплатный набор, содержит 5 случайных карт. О, еще раз что-то удалось получить его. Иногда, может, какие-то глюки срабатывают, я не знаю. Чпоньк, чпоньк, смотри, сколько карточек. Обалдеть. Вот, редкая, нам выпала редкая карта. Через 23 часа, 550, 4-часовой набор, набор чемпиона. Окей, теперь я могу это дело улучшить. Так, готово. Тачу прокачали, нитруху сейчас тоже прокачаем, чтобы дольше можно было, как говорится, ездить, использовать. Так, тут все чисто. Что у нас в инвентаре? Так, это мне не надо. Ладно, погнали тогда. За десяточку перезарядка нитр. Давайте купим, посмотрим. Готово. Мы, по-моему, потратили все, что у нас было. Да, у нас тупо ноль. Гоби, Монголия. Пустыня Гоби у нас. Пересеките финишную черту первым. И новая карта. Да, ребят, детализация, конечно, реально поражает. Это просто что-то с чем-то. Так, водила у нас нет, и у нас отличная гоночка. Ну что, Land Rover, не подведи папку. Давай, 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 давай. У-у-у! Чудесно. Там от кого-то колесо уже улетело. Колесо улетело, сука. Пошел нахрен, ублюдок. Так, падла такая гребаная, мертлявая, сучья, подрых. Так, Олеж, не бомби, а просто играй. Блять, колеса. Это как испытание, знаешь, в армейке. Через колеса перепрыгивать. Никаких сливдов. Дрейфуйте целый километр. Ай, 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 ай. Я там кого-то даже чпокнуть успел. Давай, родной, давай, разгоняйся. 150 километров, это тебе не хухры-мухры. Там не проехать. Если, наверное, там можно было бы проехать, если бы тача была другой, то есть какая-нибудь здоровенная. На здоровенной тачили, я думаю, ты там затащил бы под первый номер. Так, тихо, 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 тихо. Здесь сложно, сложности. Но мы же любим сложности, правильно? Для нас это все нипочем. Вот мы и вырвались на первую, как говорится, финишную прямую. Блять, там раскол. Там тупо раскол горы идет. Охренеть. Отчешуеть, нитруху бери. Блять, без нитра как-то сложно. О, нет, 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 нет. Не оставайтесь на обозначенной трассе, чтобы выиграть гонку. Я понимаю, ёпта. Прекрасно вас понимаю. Так, пока он нитро свое не юзает. Блять, нос чешется, сука. А, я успел. Где, где поворот? О, боже, боже, твою мать, а. Держись. О, господи, авария у нас. Притом такая, знаешь, жестокая авария. Внутри самолета не так-то все... О, шикарно! Сучка! Так, едем, едем, едем! Какой я первый? Я вроде первый.
Да, детка, вот это мне нравится. Если хочешь больше серий по Asphalt Extreme Offroad, как-то там что-то оффроуд, короче говоря, не забывай ставить палец вверх, и мы запишем с тобой еще много интересных классных покатушек здесь. Притом есть возможность даже что-то купить, если вы играете и что-то знаете больше меня, рассказывайте, пишите об этом. То есть какую тачу можно приобрести, чтобы совсем не переплачивать. Так, чудесно. Чудесно. Давайте посмотрим еще какую-нибудь гоночку, и в принципе, я думаю, можно заканчивать будет. Так, пропуск. Пропускаем, получаем бонусы. Замена масла. Давайте заменим, наверное. Постойте, масло пока не на критическом уровне. Можете еще покататься, мне написала игрушка. Так, дальше. Давай смотреть. Так, акция недоступна. Древние реликвии. Классика. Так, классика, классика. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, кстати, что там у нас покажут, что там интересного. Можно выбрать, наверное, другую тачу, да? 94. Можно такой себе было бы джип купить. Блин, Мерс офигенный, конечно. Сколько стоит, кстати? Сколько надо? Сколько? 276 надо, да? 276. $10. 10 бачей можно купить себе мерседесовский. Если хотите, ребят, ставьте лайк. Я по лайкам пойму, что вам реально игрушка нравится. И в следующей серии можно будет приобрести вот такой вот довольно крутой мерседесовский джип. Это у нас Benz Energy Force. Вот так он называется. Никогда такой не видел на дорогах. Я так понимаю, что он как раз не для дорог. Хотя, судя по колесам и клиренсу, очень даже бы подошел. Так, хорошо. Пока катаемся на том, собственно, что имеем. Давайте возьмем, наверное... Не, бро, ты слишком крут. Если тот стоит $10, то представьте, сколько стоит Эвок. Эвок. Поехали. Так, ни хрена у нас нет, у нас все очень плохо. Так, дополнительные кредиты, чудесно. Найл Уолли, Египет у нас. Последняя наша гоночка на сегодня. Мы знакомились с игрушкой Asphalt Extreme у нас. Такс. Чудесно. Ну что, время навалять. Сейчас надо поудобнее сесть, чтобы можно было тут затащить по-черному. Давай сразу нитруху с разгона, чтобы можно было набрать скорость. Давай, родной, давай, 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 дружище. Вот это мне нравится. Пока мы были все время первыми, это хорошо на самом деле. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Ох, мясцот какой, а. Ни хрена себе, он огромный, блядь, вываливает меня. Смотри, что делает, а. Падла, нитро врубила. Я тебя догнать так не смогу, ублюдок. Давай наверх. О, там же нельзя было проехать, там было написано вроде... Тихо, 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 спокойно, спокойно. Никонифо... Блять, это мое нитро было. Вот падла. Так, уходим. Здесь реально здоровые тачи. Наш Land Rover просто как муравьишка какой-то. Смотри, смотри, подпирает, падла. Так, тихо. Тихонечко. Тихо, тихо, Лиже. Держись, держись, бро. Держись, все будет хорошо. Я не знаю, куда я перепрыгнул. Я не должен был сюда перепрыгнуть. Я, по идее, должен был разбиться как бы. Но удача была сегодня на нашей стороне. Так, давай, давай, родной, давай, давай же, твою мать. Быстро, быстро, быстро. Бегом, бегом. А, нитрухи нет. Нитрушки, есть нитрушка. О, да, нитруша есть, готово. Еще больше нитра. Так, бочку я делать не буду, это слишком рискованно. Можно просто зафейлиться, а фейлиться мы не хотим сейчас. Это абсолютно не нужно. Так, захват, отлично. Чудесно, чу. Финиш, финиш, финиш. Да, детка. Вот так вот. Пока поначалу, в принципе, все очень даже просто. Без проблем, без канителей и мозгоебства. Даже на банальном таком Land Rover, да, то есть начальной тачке, можно нехиленько здесь затащить. Фух, поехали дальше. Так, это дело мы прошли, бонусы мы с вами получили. Дрифт у нас был 80 метров. Так, далее. Замена масла. Вот сейчас уже масло надо бы заменить. Деньжата вроде как у нас есть. Можно пропустить время ожидания, потратив несколько жетонов первый раз бесплатно. Посмотрите ролик какой-то от разработчика. Ага, вот, замена масла уже произведена. Чудесно. То есть хватает примерно полчаса игры, это 5 гонок где-то в среднем. Так, бонусы мы получили чудненько. Хорошо. Что нам пишут? Невероятные призы. Завершите сезон и получите. Открыт новый сезон. По-моему, зимние нам открыли. Смотри, снежная буря, монстры в холмах, второстепенные дороги, тяжелая артиллерия и так далее.
Снежная буря. Здесь уже тачки надо другие, смотри, видишь? Затонувший корабль и так далее. Если хотите, чтобы я их посмотрел, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Таким образом, я пойму, что вам это реально интересно, и мы запишем с вами еще много чего интересного. Это был Асфальт Экстрим. Спасибо, что смотрели. Рубрика «Мобильные игры вместе с Брейном». Пока-пока.